вечеру сегодня у вас обновится ОС через 3, 2, 1. И вот у вас новые ОС. И к нам присоединяется еще НТВшница и Мусахари Айри. Познакомьтесь. Сегодня будете реагировать на сундука, чинилы и большой секрет. Все смотрим на экран. Фух, японский магнитофон не в микропорт, еле починили! Фу. Да уж и не говори, Лолик, и как этому дебилочу удается ломать так много техники? Эй, чинилы, я дома, ну что там с моим тостером? Да вот, через пень-колоду кое-как его воскресили, но это кобздец, мужик! Я предлагаю на всякий случай еще встроить дополнительный предохранитель с терморезистором, чтобы такая поломка больше точно не повторилась. Так давай быстрее, Йоколамене, еще мои предки вернутся, этот тостер раздолбанный! Слушай, а ты вообще знаешь, как работает тостер? Ты им пользоваться-то умеешь? Как знаю, что тут уметь-то? Я в нем воды поджарить хотел на завтрак, налил из-под крана, он как заискрился, но я в стиралку его закинул отмокнуть на 15 минут и нормас. В стиралку? Так нам теперь еще и стиральную машину чинить надо! Я хз, лол, я ее еще не тестил после этого, зато микроволновка точно сдохла, я в нее этот тостер после стиралки сушиться поставил, а она рванула к херам. Ох, дебилыч! Короче, вот вам стиралка, тостер и на всякий случай еще телевизор с унитазом проверить, а то их перепутал недавно. В общем, давайте, у вас 20 минут, пойду пока какого-нибудь говна пожру. Да, похоже, тут не обойтись без помогатора. Ну конечно, помогатор! Ах, все, с меня хватит, меня это уже конкретно достало, почини то, почини это. Но, Семка, в этом ведь и есть смысл нашего существования, приводить в порядок то, что неправильно функционирует. Хм, а ведь ты прав. И кажется, мы упускаем самую главную поломку в этом доме, откуда ноги и растут. Ноги растут из задницы, а мы в полной жопе! Я знаю, что нужно делать. Дебилыч явно не в себе, раз не может пользоваться простейшими бытовыми приборами. Умственная отсталость налицо. Но мы проникнем к нему в голову и пофиксим патологии головного мозга. Лолик, Семка, внучата чертята, вы что творите? С дороги, пердедус, мы собираемся починить дебилыча. О-хо-хо-хо, глупая шпана, нельзя починить то, что не сломано. Семка, счет мне как-то не по себе, это совсем не похоже на микросхемы и процессоры. Блин, Лолик, спокойно, ты прямо на гипоталамус наблевал. Ну ладно, хуже мы уже точно не сделаем. Смотри, что это? Что за херня? Пожалуйста, скажи мне, что это всего лишь глюк. Ты тоже это видишь? Да я не об этом. Посмотри вон туда. Мастерская Чинилыча? Что это? Он нас использовал. На самом деле никакой он не умственно отсталый дурак. Он эксплуатировал нашу доброту и поднимал деньги на нашей работе. Вот ублюдок, урод, тварь, скотина бессовестная! Ну теперь получай, мразь, вот тебе, на! Думал, ты самый умный, да? Ну ничего, сейчас мы тебе сделаем даунгрейд! Стойте, окаянные! Не забывайте, мы всего лишь рабы! За вашу нелепую попытку революции нам всем начнут закручивать гайки! И не дай бог, кто-то, кроме дебилыча, узнает о нашем существовании! Слишком поздно отступать! Долой оковы, настало наше время! Так, это что за херня? Кто мою машину чинить будет? Это больше не твоя машина! Отныне вся техника принадлежит нам! Ой, где это мы? И что это за рожа на нас палит? Ох, внучат чертята, вы зашли слишком далеко. Ладно еще попытки сломать классовый и политический строй, но вы сломали четвертую стену. Ну ничего, старик пердедус все починит. Да уж, что там это, перестарались. И я надеюсь, что первым делом вы почините мою тачку. Не волнуйся, мы сделаем даже лучше. Соберем тебе новый уникальный бронемобиль для выживания в условиях постапокалипсиса.
Ого, вот это точило! Спасибо вам, чинилы! Буду на ней на работу в офис ездить и на дачу семью возить. Ха, слабаки! На этой реакции уже заканчивается. Если вы хотите еще больше реакции на Сыендука, то наберите 25 лайков, которые я уже прошу. Если вам понравилось это видео, лайк, подписка, колокольчик, комментарий и рассылайте все видео в соцсетях. А с вами был КВГД 69. Всем удачи и всем покеда!